ЕГЭ против ЕХОМ. Вот, все, есть катка. Опять Фурион. Ну, только здесь забирают его талон. В ответ забирают Рики, забирают Батрайдера. Кто пиздит, блядь, вообще не понял. На моем стриме. Спас, Ларва, файте, жестко, шаром. Не, ну тогда, блядь, уважение. Забирают Пука. Талон забирают Пука. Скорее всего, Батрайдер будет в миду стоять. То есть, Пук, Батрайдер. Кэрри, Фурион. Здесь, получается, ну, скорее всего, это будет либо четверка. Я думаю, что это будет четверка. Пятерка Рики — это пиздец. Это если брать пятерку Рики, то надо брать какого-то, не знаю, какую-то Траксу, чтобы против него нормально стоять. Ну, не против него, а с ним нормально стоять. Потому что два милишника охуеют на линии. Нахуй ты делаешь вид, что ты понимаешь в Доте 2? А ты хочешь сказать, что я не понимаю в Доте 2, что ли, блядь? Ёбнутая аналитика на этом стриме происходит. Ноль ошибок. Идеально просто все, блядь, раскидываю. Серег, почему донаты не хочешь врубать? Ну, блин, отвлекают. Отвлекают. Спасибо огромное за поддержку. То есть я их читаю, но... Так, забанили они Террор Блейда, забанили Сирену. Сейчас попробую отгадать Кэрри, смотрите. Ютора будет играть на этом, как его. Тракса. Ребят, Тракса будет. Ну, тут 100% Тракса. Тракса, а Коллапсу возьмут опять этого кентавра, бля. Просто смотрите, Рикимару 100% будет пятеркой, потому что если он пойдет в харду, два милишника тяжело будет стоять. А какого-то ренжевика взять в харду, ну, вряд ли получится, что... Ну, кого, блядь, вайпера? Коллапс не берет вайпера. То есть там будет либо какой-то Магнус, либо какой-то кентавр. И с ним нужен саппорт, не знаю, там, типа Рубика. Что-то такое. Я думаю, у Team Spirit остался Рубик, кентавр и Тракса. А, Рубик в бане. Ну, что-то такое, типа, издалека, ребят. Типа Рубика. То есть, ну, вот, я не знаю, кто там еще из саппортов. Какая-то хуйня будет, которая издалека там что-то сейвит как-то, блядь. А Кэрри будет Тракса. Тракса и этот, как его, либо Магнус, либо Кентавр. А он в баны вообще смотрит. Я смотрю, ребят, я смотрю. А, блядь, и Кентавр забанен. Тогда Магнус остается. Смотри, Магнус, Тракса. Магнус, Тракса. И какой-нибудь там, не знаю, блядь, саппорт, Лич. Хуй знает. Ну, я не знаю, на чем там Мипошка играет, какие там у него любимые саппорты. Рубика забанили. Кстати, я не знаю вообще смысл банить Рубика, это же пиздец. Ну, типа, реально, ты отдаешь целый бан, чтобы забанить саппорта, блядь. Который, в принципе, головаешь ботинок. А ты выйдешь нахуй сейчас один на один, блядь, со мной на этих, как его, на фурионах, блядь. Пойдешь играть один на один, ботинок? Разъебу, блядь, тебя позорю на всем стриме. Будешь потом заходить, блядь, будут смеяться. Ну, там, нахуй такое пиздишь. Сейчас выскочим нахуй на Аркану с тобой. Я хуй знает, он был только что, этот туск в прошлой катке, вообще ничего не сделал. Вообще ничего. Линию проебал, блядь. И сейчас еще будет стоять против Батрайдера. Блядь, нахуй этот вообще туск нужен? Серега, они потянут один на один. Так они обосрались уже. Как только доходит дело до один на один, там все, сразу тишина в чате. Блядь, я бы Траксу взял, просто разъебал бы всех. Бери Траксу, блядь, Ютора. Пак на миде, таск саппорт. А, все точно, блядь, я же не видел этого пака. Точно, 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 пак на миде. Я просто увидел только что, блядь, этого таска. До сих пор, знаешь, впечатления от него хуевые. Я думал, что он хочет повторить. Все, 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 согласен, согласен. Это таск либо пятерка, либо четверка. Не, ну, конечно, они все равно на скилле за счет скилла выигрывают. Но, блядь, тролль, мне кажется, не самый лучший выбор. Да Тракса бы отъебала, блядь, понимаешь, Тракса здесь в этом пике заходит просто идеально, блядь, просто идеально. И вообще никто ничего не делает. Просто лучший герой. Скажи, сколько еще стрим будет? Ну, Team Spirit мы точно посмотрим, братик, а дальше посмотрим по состоянию. Просто я еще сегодня утром стримил, так-то небольшая усталость присутствует. Но интересно, посмотрите, я все равно сейчас бы сидел и смотрел бы эту катку. Серег, я за полгода сыграл меньше 20 игр. Играю only 4-5 позиции на 1800 ММР. Но даже так я уверен, что тебя перебью один на один на любом герое. Проверим или опять очканешь. Пруфы по аккаунту привожу. Брат, блядь, если ты играешь, блядь, 20 каток за один год, то лучше сюда не лезь. Потому что, возможно, я сделаю так, что это будет 20 каток твои последние в этой доте. Я боюсь, что ты просто, блядь, потом не зайдешь в эту доту. Если бы у тебя было 20 тысяч каток, тогда, блядь, мы могли бы сразиться на равных, там, посмотреть. Был бы какой-то интерес. А 20 каток, это, извини меня, мне кажется, ты даже не знаешь, блядь, где находится трон. Ты его не сразу найдешь.
Так, Серега, я не понимаю, почему тебя называют Сисян, твое прозвище. Блять, мне нравится Войт. А Фурион, подожди, это вообще, что они набрали? Это Фурион, тройка, Войт, Кэрри. Интересно. Не, ну слушайте, если сравнивать двух Кэрри, если сравнивать Войда и сравнивать, блять, этого тролля, то, ну, Войт выебет. Игра затянется, сваты появятся, Войт выебет его. Если бы, конечно, играл кто-то другой, а не Талон, то я бы, может быть, и сказал, что Войт выебет. Но, судя по первой игре, мне кажется, их даже Войт не спасет. Мы не в лобби с игроками, мы через Dota TV смотрим. Так, сразу давайте посмотрим сеты. Блин, ХП кончились. Кто это пиздит, вообще не понимаю. А, забейте, ребят, я рок. Так, смотрите, на Войда сет красивый, у меня такой же, ну, типа, самые модные шмотки Аркана есть, иммортуки самые крутые. Нету только красного браслета, все остальное прикольно. Сайленсер это саппорт, вообще похуй на него, какие на нем шмотки. Туск сет, две иммортуки или одна иммортука плюс сет из этого, из Dota+. Пук, у него какой-то бутон сзади. Так, в принципе, шмоток нету. Профет имеет этот, как его, ледяной хекс. Ну и в основном это классический сет. Смотрим, винрейт. 4439 побед и 3600 узов. Охуеть, вот это пиво. Вот это пиво. Тролль, не, ну конечно, тролль имеет 6 похвал, ребята, вы просто вдумайтесь. 6 похвал за 15 каток, 6. То есть ему 6 лайков кинули за 15 каток. Это при том, что это чемпион интернешнл. Мипошка покупает себе 2 танга. Приходят они на линию, ставят вард. Ну, вард поставили. Найдут или нет, вопрос времени. Так, смотрим, что здесь закуп у Батрайдера. Это 4 веника, феррик плюс танга. Будет себе покупать быструю бутылку. У коллапса смотрим 2 манга, гантеля, перчатка. Ой, этот топорик плюс кольцо плюс веник. Будет покупать себе быстрый саурин. Тролль. Тролль у нас имеет стики, топорик, танга и макасины зеленые. Смотрим Войда. Войд имеет стики. Ну, практически зеркальный закуп у Кэрри. Пытаются втроем разъебать Войда. Знаю, что у него есть прыжок. Так, чисто немножко его накидать ему. Сейчас буду стопать крипов. Постопали крипов. Линия запушится. Ну, все грамотно делают, ребят. Супер грамотно. То есть сейчас смотри... пачка крипов умирает. Пачка крипов умирает. И коллапс будет стоять по своей вышкой. Нет, не будет. Нет, все равно будет. Слушай, ну сайленсер, мне кажется, разъебет. Ну, типа, сайленсер плюс Войт неплохо себя будет чувствовать против Тайда и Рики. То есть, мне кажется, не очень линия так-то. Он постоянно накидывает. Ну, типа, охуенно он себя чувствует. Сейчас Войт на фрифарме будет стоять. Так, смотрим, что у нас здесь. А Ютора, кстати, не так хорошо себя чувствует на этой линии. Прогоняют его немножко. Сейчас постоянно будут пеньками его хуярить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ютора, живи, Ютора! Не, ну здесь, конечно, выживет. Смотрим, что у нас в миду. В миду, я думаю, что все-таки Батрайдер это один из тех мидеров, которые вообще тяжело проебать за него мид. Поэтому Батрайдер здесь должен выигрывать эту сторону. Ну или хотя бы равно постоять. Не знаю, что-то они хуйню взяли. Мне не нравится 2 милишника против Сайленсера. Войд в кэрри против Фуриона. Ну посмотрим, как они будут там фармить, конечно. Ой, Войд против тролля. Тоже хуйня какая-то. Так, ничего, голова, что ты все равно проебешь. Так я здесь не играю, ребят, я просто смотрю. Ты все равно проебешь. Но тяжело будет стоять Ютори. Ютори. Он постоянно будет спамить пеньками. И подойти к крипам будет очень сложно. То есть смотри, вот по крипстату. Ютора 16, Войд 18. А это только 3 минуты. Ебать, подожди. Ну тут вроде ливать пора тебе. Ну здесь, кстати, стандартный билд. Единственное, что не покупает мидас на Войда. Будет брать себе сразу мом плюс эти, как его, молнии. Ну, типа, тапочек, мом, молнии, БКБ. Классический билд на Войда.
в то время как тролль будет покупать себе Battle Fury. Вот посмотрим, как это все по фарму потом скажется. То есть, ну, они оба пойдут долбить лес, и посмотрим, кто из них больше выфармит и кто из них будет полезен. Один будет с Battle Fury, другой будет с этим, как его, с молниями. Серега Хвайт позорит нас, комментируй нормально. Ты охуел, что ли, блядь, нормально? Лучший комментатор, блядь, завались. Сайленсер, ебашь его, блядь, что ты стоишь, я не понял. Блядь, почему ты не атакуешь, Сайленсер? Есть кольцо у коллапса. Так, смотрим, что у нас в миду. В то время как Батрайдер пошел хуярить лес, заберет пачку, пролетит на линию. Ну, блядь, Батрайдер это пиздец, смотри. 32 крипа против Пука. Хотел сказать, что, блядь, нихуя он там нафармил, а по факту, ну, то же самое. Опять забрали. Короче, мы вот эту линию будем смотреть, потому что я думаю, что здесь сейчас еще раз ебнут Ютору. Это единственная линия, где, ну, реально тяжело стоять. Реально тяжело стоять. Потому что все остальное там, ну, Пук против Батрайдера. Вряд ли они друг друга убьют. Там у обоих эскейп есть. Они просто там будут стоять и добивать крипов. Снизу там у этого, у Войда есть эскейп. Тайт его вряд ли тоже убьет, пока шестого уровня не будет. Поэтому самая интересная линия. Здесь больше всего экшена будет. Так, выходит они на Фуриона. Вдвоем зажали его в сетку. И начинают просто долбить его, блядь. Просто долбить нахуй. Прилетает Пак в ответ. Ютора третий раз в таверне? С дабл дэмэджем. А где мисс? Ой, блядь. А где мисс-то, ёбаный в рот? Пиздец. А почему повезло? Потому что законтролил руну. А почему, ну, другой не законтролил? Почему Батрайдер не законтролил руну? Вот и заплатили за это дабл килл. Нет, тут плевать еще не надо. Тут шансы... Мне кажется, вообще это 1-1 будет. Ну... 4-1 счет, тролль не вывозит линию. Войд все-таки посильнее будет тролля. Бля, мне кажется, 1-1 будет, ребят. Смотри на Войда, как ты играет. Только посмотрю. Ну что он здесь стоит, просто бьет крипов, здесь ничего такого не произойдет. Вряд ли он его убьет, понимаешь? Сейчас у него есть шестой, но у него просто не хватит демеджа. Он не будет рисковать, сейчас появится у Войда шестой. Войд, кстати, покупает Мидас. Решил все-таки взять. Это правильное решение, потому что все равно тролль будет брать Battle Fury, будет фармить. Тебе надо как-то догонять его по фарму. С одной молнией тяжело будет его догнать, поэтому правильно делает. Так, размен. Тут у нас кого забрали? Пука, подожди, Пука разменяли. Ой-ой-ой. Пука разменяли на кого? На двух саппортов? И еще забрали этого. Блять, это опять размен. Не, ну здесь размен в плюсе для Team Spirit. Они забрали Пука. Напрягает, конечно, коллапс Войда. Но у него кольцо есть, ребят. То есть, что он может сделать? Здесь Чел фармит себе Мидас. Здесь кольцо, блядь. Естественно, он будет его напрягать. Он просто спамит третьим и все. Пошел разъеб. Блядь, ну как нахуй? Ну как ты это делаешь, блядь? Это все равно размен в плюс Team Spirit. Ну, блядь, ты стоишь, у тебя вот, не знаю, там, 300 хп, и ты знаешь, сколько прокаст сносит Тайда. И ты все равно стоишь, ждешь, пока он уебет эту кнопку. Я вот этого просто не понимаю. Ну, ладно, там, блядь, какие-то моменты, но здесь просто элементарно. Ты знаешь, что он тебя убьет с прокаста, и все равно стоишь, ждешь. Нахуя? Думаете, оплата прошла? Так, здесь у нас Войд. Втроем его пытаются забрать. Стики 9 штук. Но нет, нет, не хватит времени. Подставился, минус Войд. Team Spirit выглядит сильнее, потому что у них нет таких ошибок, типа, знаешь, блять, вот просто подошли и уебали с ультимейта. Ну, то есть, понимаешь, ладно, там какой-то прокаст, там инвокер еще не рассчитать. Ну, блять, не рассчитать прокаст Тайда. Так, сейчас у нас будет выход вниз. Будут пытаться забрать коллапса. Не знаю, не самая приятная цель. Все-таки у коллапса 8 уровень. Ну, пробивают, пробивают, хотя нет, нет, решили не забирать или будут. Есть хоста у Пука, пытаются забрать, нету возможности. То есть, прикинь, они сколько его долбили, блядь, и все равно не смогли его убить. А вопрос, а нахуя выходить в Тайда? Ну, типа, реально. Просто они всей командой, блядь, его месят, и он просто не умирает. Ну, ладно, прилетает Фурион, я думаю, что с Фурионом хватит хп, ой, дэмэджа. Так, у Войда нету купола. Забирают еще Рики. Это минус 2. Лару отсюда тоже никуда не уходит. Это минус 3.
идет тролль, смотри, идет тролль. Нет, передумал. Завтра тролля в кэре увидим. Не, ребят, мне тролль не нравится. Ну, то есть смотри, вот я тебе рассказываю, как это будет выглядеть. Встречаются тролль плюс Войд. Войд ставит на него купол и дает ему пизды. И все. Так и будет. Ну, типа, тролль, блядь, в эти не сможет разъебать Войда. Это 100%. Так, есть у Войда медасик. И пошел он хуярить лес. Сейчас посмотрим, как Фурион будет разгоняться. Кстати, в этой катке Фурион не берет медас, но это Фурион тройка получается. В той это был кэрри, правильно? Немножко здесь припотел, заблочил древних крипов пеньками. Сразу видно, что киберспортсмен. Ну, могут быть здесь проблемы, ребят, могут. Но я все-таки в Войда больше верю, чем в тролля. Не знаю почему. Это в эти мне больше нравится. Отдают сайленс, сейчас посмотрим, кого ебнут, нет. Ставится купол. Просто разъебывается тролль. Я ставлю 1-1, ребята. Мне кажется, проебут. Тролль соло после 25-й. Блять, какой нахуй соло, блять? Ты дурак, что ли? Здесь не такие герои, блять, которых ты можешь соло разъебать. Не знаю почему, но мне кажется, это 1-1 будет, ребят. И название всех спулов в доте выучил, чтобы комментировать. Я что-то толпоеб, что ли, блять, этим заниматься. Я киберспортсмен, блять, я не профессиональный комментатор. Это единственный саппорт, на котором можно такую хуйню делать. То есть чел, блядь, просто гуляет возле Т2 вышки, блядь, просто бегает по всей карте. Понимаешь? Ты ни на одном саппорте сюда не зайдешь, блядь. Только инви спасает. Прям интересно стало, блядь. Вот прикинь, у чела игра. Давайте посмотрим вообще, что он будет делать в игре. Потому что постоянно говорят саппорты, саппорты. Смотрим. Игра на саппорте, ребят. Рикимару. Пришел, забрал крипов. Летит Фурион. Он это слышит. Блять. Слушай, он слышал, что летит Фурион. Он слышал эту хуйню. Блять, ну вот как так вообще получается? Ну вот я смотрю его глазами. И я слышу, что летит Фурион. Он как стоял, так и стоял. Вообще похуй было. Так, ладно, его убили, ничего страшного, 7 уровень, как бы никого не потеряли, снова делает телепорт на нижнюю станцию и идет пытаться отыграться. Взять реванш. Забирает руну, так, поймали. Блять! То есть, ну, понимаешь, эта комбинация, она реально вот, ну, типа, выглядит очень умно. То есть они такие в инвизе. Он находит какого-то персонажа, колет своего тиммейта Клока, чтобы он пришел, уебал его хуком. Закидывает туда, блядь, тучку. И их двоих там пиздит, блядь. Не, это реально весело было. И самый прикол, что он снова, понимаешь, он снова встал, у него 7 уровень. То есть он ресается реально с пачкой крипов, вот реально, вот как крип. Снова, блядь, давайте еще посмотрим. Последний раз смотрим игру Рикимару, и потом переключаемся на кэрри. Просто интересно реально, ну типа, блядь, никогда в жизни не смотрел, как играют саппорты, это пиздец. Это просто, блядь. Это реально, это контент, понимаешь, вот, блядь. И потом мне говорят, что игра саппорта, типа, равна там игре кэрри. Ну, блядь, вот так вот, как, знаешь, в инвизии, и я бы тоже смог бегать. Чего-то сверхъестественного я не вижу. Отличный купол двоих! Начинает рубить! Нихуя, демеджа не хватает, блядь, зачем вы убиваете? Нормально, справились. Справились, демот захватило, Рикимару, ну, естественно, отправляется в таверну. Нет, нет. Смог он уйти. Заберут. Тролля внизу фармит, он даже не придет к ним помогать. А, пришел. Смотрим, сейчас будет замес. Красивая тучка, сразу фарстав. Есть дабл демот Шупака, начинается расстрел. Вкатывается туск. Сейчас мы увидим настоящего кэрри тролля в деле. Прожимается ультимейт, не может догнать. Ёбнул.
блядь. А файт на самом деле в сторону Team Spirit, мне кажется. Потому что сейчас здесь все сдохнут. Слишком затяжной файт, ребят, здесь все сдохнут, нахуй. Очень круто файт начался для команды Талон. И зачем они дальше побежали за Тайдом, это вообще непонятно. Он просто им дал пизды, блядь, потому что у них лоу хп было, и он просто их отпиздил. Смотрим, у тролля есть Battle Fury, скоро будет БКБ. Давайте еще Рикимару включим. Ну так, блядь, ну чисто ради интереса, смотрим. Колет он своего друга Клокверка, говорит, пойдем выебим этого, блядь, пака. По той же схеме, которая у нас отработана, я кидаю этот дротик, ты хукаешь, потом тучка, и мы его ебем. Нет, говорит, сегодня мы дальше не пойдем. Помазал своего батрайдера. Ты че, долбоеб такой писать, головач? Я бы тебя... А че я такого сделал-то? Не, нахуй ты пиздишь-то про меня, блядь. Что я такого сделал? Так, смог нажимают. Мира идет первый на своем Рикимару. Идет чисто искать жертву. Такой маленький, смотри, блядь. 9 уровня, но идет первый. Танкует. Нету никого. Блядь, где они? Сука, паника просто, понимаешь? Паника. Где, блядь, команда? Ёбаный в рот. Ставится вард. А почему они не идут дефать? У них же есть все, у них есть БКБ, есть куб. Не поздновато ли коу на Рошана? Есть инфа. Все, собираются. Сейчас они, блядь, в пятерых уебут купол, блядь. Смотрим, смотрим. Будет ли купол в пятерых? Прыгай! А-а-а, блядь, сука! Ёбаный в рот, блядь. Вот это купол. Не, ну купол охуенный был. Жаль, что его поймали просто в этом, как его... Блядь. Ладно, проебали. Ладно, проебали. Ничего страшного. Не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, это всего лишь игра. Блять, ну как он охуенно поставил купол? Согласитесь, в троих. Вот просто, блять, если бы не батрайдер, то мне кажется, файт все равно бы, ну, не повезло, ребят, бывает такое. Сразу, смотри, поставил себе в покупку линку. Не хочет он во время купола летать на лассо, поэтому решил себе взять этот, как его, линкенсферу. Но в ближайшее время, я думаю, что драться не хотят Талон, потому что знают, что есть БКБ. Ой, БКБ, есть Аегис. Не, сейчас после такого момента, конечно, нужно немножко это затерпеть и пофармить. Потому что тильт ёбнутый. Ну, смотрите, он покупает линку и, ну, как бы, отдает 5000. Понятно, что предмет хороший, но минус дэмэдж. Я не знаю, сколько это вообще правильно. То есть, если, допустим, у него был бы какой-то слот, допустим, криты. Пизда, опять улетел. Бля. Нет, выжил. Повезло, выжил, прожал БКБ, уходит. Ну, на сопле было. Это было реально на сопле. То есть до покупки линки такие моменты вообще нельзя делать. Тебе нельзя стоять первым. Тебе надо вылетать в файт, когда ты видишь уже батрайдера. Сейчас есть инфа, что у Войда нет БКБ. Пытаются они подраться. Но нет, нет. Решили отступить, не рисковать. Хотя, в принципе, был дабл дэмэдж. А Егис только заканчивается. 28-я минута. Преимущества никакого нету. Ну, типа, супер равная катка. Деньги в ноль. Просто вот максимально в ноль. Сейчас все будет зависеть от одного файта. Нажимают смог. Будет сейчас кого-то пытаться поймать. Знают, что Аегиса нету. А тут только Рикимару, если можно поймать. Все остальные съебались. То есть, забрать вышку, отойти. Ну, кстати, хорошее действие.
Просто минус одна вышка, почему нет? Тем более у тебя есть фурион, блядь, просто ебани пеньки, блядь, и просто с ними спуш, правильно, нет? Ну, чисто разменялись Т2 вышками и... Будут, скорее всего, ждать Рошана, он сейчас появится минуты через две, и там будет файт, кто заберет Рошана, кто выиграет файт, на этом, наверное, и закончится эта катка. Но я все-таки думаю, что Войт должен разъебать. Только я бы не брал линку, на самом деле. Блять, ну 5000, ребят, отдавать за линку, который, в принципе, тебе никакого дэмэджа не дает. Ну, типа, блять, вот он ставит купу, у него дэмэджа не хватит, банально. Чтобы хотя бы убить просто тролля там или кого-то в этом купе. Сергей, наша студия приглашает вас прокомментировать финал мажора. Будет огромная зарплата. Глайдеру пишите. Огромная песков. Так, начинается файт. Войда здесь нету, но это просто минус фурион. Ой, минус туск. Хули он там делал, вообще понятия не имею. Блять, не надо брать линку. Чел, не бери линку. Ну какая линка, блять? Ты посмотри, там у тролля. У тролля 2400. Ты берешь линку, ты его не убиваешь. За купол. Смысл? Ну пиздец, смотри, он сейчас абиссу покупает. 2700. Тролль 2700. Решил все-таки апнуть все молнии. Я думаю, что это правильное решение, ребят. Апнутые молнии — это правильное решение. Это лучше, чем ебаная линка. Потому что, блядь, с линкой ты, ну, хуй знает. А, тут ГГ для Спирит, я думаю. Ну, мне тоже так кажется, что вы эти просто тролль слабее будет, чем бой. Так, начинается замес. Ставится купол. В кого, блядь? В кого купол поставил? Блядь, какие хуёвые купола. Ну ладно, нормально, сразу байбекается. Минус Войд. Отступить. Здесь просто уйти, ребята. Просто уйти. Два байбека. Войда разъебали. Все, уходи, уходи. Бля, несмотря на то, что купол был супер хуета, вроде неплохо получилось. То есть они разменяли одного Войда в троих и два байбека потратили. То есть, ну, нормально. Рано или поздно, как говорится, купол поставится нормально. Я так считаю. Варо загулял, нафидел. Остается тролль. У тролля есть ультимейт. Нет ультимейта. 9 секунд. Блять, если ёбнут, это ГГ. Минус тролль, минус батрайдер, минус клок. Два байбека потрачено. Сейчас встает Войд, забирает Рошана. Ну я, как я и сказал, Войд, блядь, сильнее. Ребят, это победа для того. Конечно, раньше времени говорить, но все идет к тому, что это будет победа для того. Сейчас просто отойти, забрать Рошана. То есть, насколько охуенно здесь сейчас будет Аегис. Объясняю почему. Смотрите. До этого Войд, ну типа, либо он ставит купол, либо есть шанс, что его просто ебнут, и он вообще его не поставит. То есть он из-за этого такую хуйню делал, понимаете? Вот. А сейчас он может как бы не рисковать, то есть не ставить, если он не уверен. Он всегда может встать и снова поставить этот купол. То есть, ну, вторая жизнь для Войда — это прям очень охуенно. Сейчас ему осталось какой-то еще предмет в дэмэдж купить. Блять, ну не покупай ты эту ебаную линку. Не надо, блядь, чел, не покупай. Просто стой в самом конце, не выходи первый. И все, все будет заебись. Ну, против Аегиса никто не хочет драться. Просто идут вниз фармить. Гьютора будет покупать себе дагер. Есть у него Абисса. Будет пытаться как-то сразу влететь в Войда и разъебать его. Просто смотрите, у этого, у Ютора, у него 4 свата. То есть максимум, что можно здесь взять, это блинк и потом скайди вместо тапочка. То есть все, это 6-сватовый керри. Бля, спать хочу. Почему они не идут? У тебя есть Аегис. Почему вы не идете пытаться как-то подраться? Нахуя фармить, если... Можно пойти с Аегисом, запушить вышку вот эту, забрать. Поставить купол. Забрать хотя бы одного-двоих, а потом фармить. Он у него сейчас просто упадет. 2 минуты осталось. Ну давай, блядь, 1:30. Хуль ты, блядь, стоишь? Взял себе все-таки он линку.
Может быть, оно и правильно, потому что... А смысл ему рисковать? Лосов Туска, ставится хорошая хрона вдвоих. Просто хуярит Батрайдера. Батрайдер умирает. Вот видите, покупка линки, он бы сейчас двоих ёбнул. Он бы сейчас двоих ёбнул, ребят. 40 секунд Аегис. Отлично, отлично. Выбивают Аегис. Тролль без кнопок. Сейчас просто его хуярить надо. Подсевить, подсевить. Пиздец, блядь. Вот покупка линки, блядь. Вот нахуй ты ее покупаешь, блядь. Ну это просто пиздец. Смотри, вот объясняю. Он ставит купол на двоих. Но из того, что он купил себе линку, он с трудом, блядь, забрал одного батрайдера. За купол, понимаешь? За один куб. Хотя, если бы у него были какие-то криты, он бы забрал батрайдера и ёбнул бы тролля. И выиграл доту. Нахуй ты это взял? Ну окей, смотри, у тебя есть Аегис, смотри. У тебя есть Аегис. В тебя прыгает батрайдер, увозит тебя там куда-то, блядь, к себе под вышку. Тебя они там убивают. Ты встаешь с Аегисом, нажимаешь БКБ, и все. И у тебя есть купа, у тебя есть все, у них нету кнопок. Зато у тебя есть дэмэдж. Блядь, нахуй ты берешь линку? Ну, блять, вы посмотрите на этого Бойда. У него ни одного предмета нету в дэмэдж. Ну, типа, ладно, окей, молния. Там, третий спел. Там, на 20 уровне, там, скорость атаки. Но это мало, блять. Ну, типа, не хватает каких-то крипов. Или в крайнем случае МКБ какой-то. МКБ неплохо заходит. Так, ставится... Охрана есть? 8 секунд. Пытается убежать Ютора, но отсюда он никуда не уйдет, ребята. Потому что купол нажимает. Отличный ультимейт, кстати. Отличный. Кайтить, кайтить, кайтить. Закрой деревом, блядь! Нету сеток у него. Ебали. Тролль слабый, твердо и четко. Да нет, блядь, я бы сказал, что просто сам по себе герой хуёвый. Вот и все. Ну, типа, они могли взять какого-то метовую траксу, понимаешь? Которая в 10 тысяч раз сильнее, чем тролль. И я думаю, что с траксой бы выиграли. А взяли, блядь, тролля кого-то обосранного. Которого вообще никто не берет. Можно было взять Урсу. Урса тоже сильнее. А чё он за талон топит? Нет, ребят, я... У меня нету любимчиков, я просто... По факту сказал, что в самом начале игры, как только они взяли Войда, я сразу сказал, что Войд разъебет тролля. Я топлю... Ну, мне больше, конечно, нравится Team Spirit. Я бы хотел, чтобы Team Spirit выиграли. Я думаю, что они выиграют, ребят. Талон это не такие сильные ребята. Вот. Но, скорее всего, придется третью катку играть. Потому что в этой проебали. Нет, там столько кэрри было, понимаешь? Любого бери, блядь, играй. Нахуй брать тролля, блядь, я просто не понимаю. Так, нажимают смог. Сейчас будет какой-то супер выход. Понимают, что они проебывают. Нужно какие-то крутые действия делать. Все, тролль, 6 слотов. Все, максимум. Апнутый дагер, блядь, и какой-то МКБ вместо Battle Fury. Все, больше у него ничего не будет. Вообще ничего. Понимаешь? У Вайда, блядь, у него 25-й. Появились уклонения, которые ты вообще никак не пробьешь. Правильно? Сейчас же уклонения не пробиваются. Ну, типа, универсальное уклонение, оно не пробивается МКБ. Если они до этого не могли убить Войда, то сейчас это вообще невозможно будет сделать. К тому же, у Войда сейчас появится рефрешер, потом еще Скайди, блядь. Ну, это пиздец. Так, есть инфа, что появился Рошан, сейчас будет за него битва. И, скорее всего, все решится на этом Рошане. Кто заберет Рошана, тот и выиграет. Нажимают смог. Будут пытаться как-то поймать этого в начале файта Войда. Ну, хотя это нереально сделать с линкой. Сейчас они должны прекрасно понимать, что что-то не так. Где-то команда, блядь, заходит прям в спину, смотри. Просветили Тайда. Сейчас пошла инфа. И начинается ёбка, блядь, ставится купол. Втроих просто хуярит одного. В Тайда. Кого ты бьешь, блядь? Кого ты бьешь, нахуй? У тебя батрайдер стоит, блядь. Ты убиваешь Тайда. Сразу байбекаются, прилетают файт. Тролль начинает, блядь, нажимать кнопки, но его просто контролит. Он нихуя никого не может убить. Убивает Фуриона. Фурион сразу байбекается. Сейчас прилетит файт. Надо отступать, надо отступать. Есть еще один купол. Ставится рефрешер. Купол втроих, блядь. Какой же пиздец.
это просто пиздец. И забирается еще Рошан. Не, ну рефрешер здесь круто сыграл. Отлично. Забирают они Аганим, забирают Аегис. Только странно, что... Так, подожди, а почему? А, все, все, ребята, отдают они Аегис Фуриону, потому что Фурион без байбека. У Войда сейчас будет байбек, у него денег не хватает. То есть он просто на... Чел пишет, надеюсь, Team Spirit не вытянут катку, а ты за кого болеешь? За Талон? Не, я вот эту вот команду Талон вообще первый раз вижу, я не знаю, кто это такие. Team Spirit не выйдут с базы. То есть они прекрасно понимают, что они без байбеков. Нихуя себе покатился, блядь. Ебать! Не, это слишком далеко, братик, это слишком далеко. Шоу, разъеб, ставится тучка, влетает первый... Первый купол в Тайда, просто ставится в одного героя, блядь. Сразу рефрешер, байбекается туск. Блядь, что у тебя с куполами, чел? Блядь, что это такое, блядь? Ебануться. Не, я, конечно, все понимаю, но, блядь, два купола в двух саппортов, ну, это пиздец. Это реально пиздец. Я понимаю, там в батрайдера уебать. Я понимаю, там уебать в тролля. Но, блять, купол в Тайда, потом купол в Клокверка. Это реально пиздец какой-то. Ты бы также сыграл. Блять, слушай. Знаешь, вот в этот момент сыграть так же, как они, это, в принципе, круто. Потому что у них-то рейтинг. Ты посмотри на этого Войда. У этого Войда второе место. То есть вот это вот сейчас были, ребят, купола от игрока, который занимается второе место вообще, ну, в списке. Пиздец.